Какие жизненные ценности вы для себя определили? В смысле, как? Ну, главное. Что для вас главное в жизни? Самое главное – здоровье. Его ни за какие деньги не купишь. Общение с близкими, с друзьями. Здоровье. Дети мои, естественно. Семья. Мой дом. Главное – семья. Это самое главное. Но остальное уже вторично. Семья. Здоровье близких. Здоровье. Здоровье, да. И какие главные жизненные ценности вы для себя определили? Семья в первую очередь. Во вторую очередь тоже семья. Ну и друзья, и окружающая среда, что называется. Семья, работа. Это семья, родители. То есть вот мои самые главные ценности. Здоровье. Все, больше ничего не надо. Это главное, да? Да, да, да. И моих, и моих близких. Я определила для себя самое главное – это семья. Семья, взаимоотношения, любовь, верность, гармония. Потом уже работа.